Вещи перестали создавать на века. Техника, мебель, да и даже одежда часто служат ровно до конца гарантийного срока. Так задумано. О запланированном устаревании. Денис Большаков. Первые мобильные телефоны появились в продаже в середине 90-х, но многие из них до сих пор в рабочем состоянии. Они стоили дорого, но отрабатывали каждую потраченную копейку. Покупка телефона для обычного человека была настоящим событием, а сейчас превратилась в ежегодную рутину. Презентация, предзаказ, 12 месяцев использования, дальше схема повторяется. Потреблять нужно больше, потому что если люди потребляют меньше, то это сразу лишает кого-то бизнеса. Крупные корпорации сразу тогда лишаются рынка сбыта. И, следовательно, те продукты, которые они выпускают, они должны служить меньше. Они должны быстрее изнашиваться. Многие покупатели такой подход заметили, в первую очередь на примере современных смартфонов. Самое спорное решение производителя – это встроенные в аппарат аккумуляторы, которые невозможно заменить в домашних условиях. Кроме того, эксперты неоднократно замечали, что после очередного обновления операционной системы относительно новый аппарат начинал работать медленнее. Впрочем, уловки по искусственному замедлению техники касаются не только производителей смартфонов. Дурной пример заразителен, поэтому к конвейеру бессмысленной штамповки новинок подключились и производители программного обеспечения. Если раньше новая операционная система выходила раз в 7-8 лет, а старые поддерживались десятилетиями, то сейчас цикл резко сократился. Это одна из основных корпоративных идей на Западе, что нужно заставить покупателя приобретать то же самое по много раз. Причем самым ярким воплощением этой политики является компания Microsoft. Мы, покупая какой-нибудь Windows XP два десятилетия назад, должны были бы вроде бы получать обновление, да, этой системы. Но нет, мы должны каждый раз покупать новую систему. При этом она так видоизменена, что нам еще нужно переучиваться под нее. Она убивает ресурсы нашей техники. И мы ее покупаем, покупаем, потом она оказывается негодной. Потому что вирусы внезапно прорываются. При этом производители защищают себя многостраничными пользовательскими соглашениями, которые редко кто-то читает. Но если углубиться, то после клика по кнопке «Да» оказывается, что у компании почти нет обязательств перед клиентом в вопросе послепродажной и постгарантийной поддержки. Конечно, если товар окажется некачественным, то его обменяют или вернут деньги. Но как только срок гарантии истечет, ответственность производителя пропадает. И многие этим пользуются. Крайним оказывается клиент. Люди, которые вынуждены покупать постоянно ломающееся одно и то же, они не могут накопить деньги на покупку жилья, на покупку нового автомобиля. Они оказываются в ловушке, они должны тратить и тратить на месте. Все время бежать и тратить, и оставаться при этом на месте, ничего, по сути, не приобретая. Потому что получается, что здесь имеет место обман, когда вы просто оказываетесь в ловушке. Вы не повышаете качество своего потребления, не приобретаете новые изделия, новые услуги. Вы все время должны покупать старые. И речь не только о технике. На хитрости идут и производители одежды. Весь гардероб от нижнего белья до курток еще полвека назад мог служить годы, а иногда и десятилетия. Сейчас товарный вид нередко портится после первой стирки. Проблемы и с микроволновками, холодильниками, у стиральных машин поломка барабана подозрительно часто совпадает с окончанием гарантии. Производители автомобилей же считают, что менять их надо раз в 2-3 года, хотя стоят они почти как квартира. Менее очевидный пример – мебель, просто потому, что даже в нынешних условиях она все еще может прослужить несколько лет. Впрочем, все познается в сравнении, и сравнение это не в пользу современных производителей. Это бюро, которое я хотел вам показать. Красивейший паркетный дизайн, кожаное покрытие, металлическая фурнитура. И это середина 18 века. Вещь, которая прослужит еще сотни лет. При том, что у современных мебельщиков есть достижения науки, высокоточные станки и дешевая логистика, благодаря которой можно найти любой материал и запчасти. На другой чаше весов – рыночная экономика и банальная жажда наживы. Жадность человеческая, она не имеет границ, да, как, наверное, как тогда Эйнштейн говорил, как и глупости, и вселенная. И в этом плане, чем больше продаешь, чем больше зарабатываешь, тем больше хочется. Да? Чем больше кушаешь, тем больше хочется кушать еще. Плюс население планеты растет. Вот. Естественно, что это происходит в ущерб экологии, в ущерб стабильности на планете и в ущерб будущих поколений. Очевидно, что американский мебельщик в 1864 году тоже делал этот секретер не бесплатно, но он понимал, что на кону не только заработок, но и репутация.
Он такой чистый, красивый, в отличном состоянии, великолепно. Да, здесь все оригинальное, детали не заменялись. И на контрасте отломанная фурнитура на двухлетних современных комодах, облезшая краска и разбухшая древесная стружка. По мнению некоторых экспертов, забота об экологии и модный отказ от натуральных материалов, в данном случае массива дерева, который так поддерживают производители, это тоже уловка, потому что деревянная мебель прослужит дольше аналога из ДСП, а значит, крупный бизнес недополучит прибыль. Способ побороть такой подход есть, но необходимо госрегулирование и жесткие меры. Компании должны отвечать страшными, огромными штрафами, прежде всего перед государством, за, по сути, бесчестное отношение к рынку, бесчестное отношение к потребителю, за обман его, а это нарушение законов, когда компании не сообщают о заложенных в изделия дефектах, которые в какой-то момент выйдут на поверхность и разрушат это изделие, и заставят пользователя покупать новое. Вот эта проблема должна решаться посредством судебных решений. Главный виновник запланированного устаревания, конечно, крупный бизнес, но свой вклад вносит и потребитель, в первую очередь тем, что идет на поводу у производителей. Если искусственным замедлением условного смартфона недовольны сотни тысяч людей, то сотни миллионов каждый год покупают новую модель только потому, что она новая. Общество потребления победило. Впрочем, прививка от шопоголизма есть. Это экономический кризис. Впервые за десятилетие продажи смартфонов в прошлом году упали на 11%. Денис Большаков, Елена Микертыч. В центре событий.